Я в одну сторону начинаю движение, в другую его сваливаю. Дыхание, движение, напряжение и форма. Так инструктор из Новосибирска Сергей Горбунов описывает четырех китов, на которых держится воинское русское искусство. Для 35 курсантов военного спортивно-технического клуба «Подвиг» он провел занятия по единоборству Древней Руси. По словам инструктора, сейчас для юношей очень важны основы фундаментальной базы русской воинской традиции. В дальнейшем более глубокие знания о борьбе помогут им постоять не только за себя, но и за страну. Ну, иногда бывает, не понимая, пытаемся растить Иванов, не помнящих родства, которые забывают об своих основах. И вот наша воинская традиция, она уходит своими корнями глубоко, ну, в историю нашу. Вот. И из нашего как бы воинского искусства вышло боевое неспортивное самбо. Из боевого неспортивного самбо появилось боевое спортивное самбо. Из боевого спортивного самбо получилось то самбо, которое у нас сейчас есть и которое принято на вооружение в армии. В Магаданскую область Сергей Горбунов приехал на детский фестиваль в Амсукчан для проведения мастер-классов как руководитель ансамбля традиционной казачьей культуры «Майдан». По его словам, решил совместить приятное с полезным и дать несколько уроков юным магаданцам.